Всем привет! Сегодня хочу пересадить свой авокадо. У меня есть ролики по нему. Он у меня был очень пушистый и цвел. У него и сейчас цветоносы на нем есть. Но вот у него какая-то беда. Видимо, ему не хватает питательных элементов. Все-таки же это дерево. И вот я хочу посадить его побольше в горшок и добавить ему земли. У него, видимо, разрослись корни. И поэтому он скидывает всю старую листву. И вот цветет, и вот ему прям не хватает почвы. Но мне нравится, у него пошли вот эти боковые побеги. То есть он меня сейчас крону распушит, и будет прям вообще красивый. Вот, видите, сколько много боковых. Причем тут вот из вот эта ветка, вот здесь цветонос был, и из цветоноса вот зелень пошла, то есть я цветонос потом убрала. Вот здесь тоже из цветоноса лезет. Вот. То есть можно вот эти вот веточки будет убрать, потому что плоды он не завязывает, его очень трудно опылять. Я вроде бы кисточкой делала, как крест на перекрест. Каждый цветочек, но ничего не получилось. И у меня вот на старых листьях, вот они, если видно, на просвет, как точки желтые. И вот с этой стороны, вот у него вот здесь как бы вот темнеет что-то. И вот эти листья он скидывает. Если вот кто знает, то напишите, пожалуйста, в комментарии, что это может быть. Ну, будем приступать к пересадке. Я ему сама намешаю почвы. Вот такой вот горшок. Сразу хочу побольше посадить, потому что это дерево и корневая система должна хорошо развиваться. Песок речной у меня сюда пойдет. Часть верховой тор добавлю. И это почва у меня для цветов. На основе биогумуса. Частями смешаю. Ну, авокадо любит, ну, такую рыхлую, конечно, песок. Еще древесный уголь я добавлю туда. Вот это. Вот видите, кое-как его вытащила из горшка. Вот корни, видите, прям земли в горшке нет. Ну, корни хорошие, такие светлые, очень такие толстые. Конечно, ему хочется горшок просторней. Поставила его в горшок и присыпаю. Такая почва, песок влажноватый слегка, поливать его не буду, дам ему немножко, чтобы он взялся корнями. Немножко можно торфа даже добавить. Ну вот, пересадила свой авокадо. Думаю, он сейчас у меня поправится. Я все-таки могу сказать, что я переборщила с поливом. Просто земля такая у него, конечно, влажноватая.
Ему это совсем не нравится. В общем, вывод у меня такой. Авокадо любит влажный, не сухой воздух, но вот чтоб корни у него в воде не стояли. У меня вот эта ошибочка была. Я перелила, у меня просто горшок там керамический, и я не подрасчитала. И он еще ему тесновато было, там не почву порыхлить, то есть я не понимала, как у него там внизу-то обстоят дела. Но зато как он свел у меня. Он, конечно, порадовал меня своим цветением. Ну, сейчас, конечно, он лысик такой. Ну, и, конечно, у него стволик такой еще худенький, он не набрал еще. Ну, я думаю, он со временем утолщится. Я уже говорила, что я этот авокадо вырастила сама из косточки. Ему примерно, ну, года два. У меня вот такой еще авокадик маленький. Я его реанимировала. И вот у меня тоже видео есть, если кого заинтересует. Реанимация так и называется, ролик. Он у меня был вообще в плачевном состоянии. И вот видите, у него макушка распушилась. Причем он просто одной веткой. А сейчас он, смотрите, расстроился. Такая крона вообще у него пушистая. То есть что-то пошло и на пользу. Увидимся в следующем ролике.